В этом году, помимо вольников из Бурятии и Улан-Удэ, на турнир приехали соседи из Забайкальского края и Монголии. Виктор Баймеев, легенда вольной борьбы республики, заслуженный тренер, говорит, что этот турнир особенный, ведь юноши практикуют так называемую открытую борьбу. Тактика взрослой борьбы и юношеской борьбы совершенно разные. Взрослые, когда борются, они ждут момента. Вот, какой момент появился, а юноши как... Ну, молодежь же ведь, ага, у них азарт большой, ага, кидается в ноги и показывает свой технический потенциал. Открытой борьбы действительно было много. Практически все спортсмены делали ставку на атаку, а потому каждая схватка была зрелищной. Соревнования берут свое начало в далеком 1975 году. Тогда его победителем стал легендарный Борис Будаев. Вообще, Балдыновский турнир – это стартовая площадка для многих наших именитых атлетов. Через этот турнир, известный в нашей республике, прошли и участвовали такие борцы, как Максим Малонов, Андрей Захряпин, Сергей Замбалов, заслуженный мастер спорта. Все победители и призеры награждены грамотами, медалями и денежными призами. Возможно, в скором будущем имена победителей этого турнира прозвучат на площадках мирового уровня. Батыр Ламбаев, Мария Политова, новости дня.